общем, Юра Макаров, человек-легенда. Мега-легенда, просто бог эпистолярного жанра. Евгений Бирин. Меня зовут Максим Журило, и, в общем, я тоже сегодня с вами этим вечером. У нас еще есть четвертый в такой майке, но он не в Москве, вот, но мысленно с нами. И тоже во всем этом мероприятии участие принимал. Его зовут Дима, и живет он в Обской. В общем, мы были в городе Торридон, регион Вестерос, Шотландии, и 25 июня старт имел место быть. Называется Кельтман, экстрим Скоттиш Триатлон. До финиша я не понимал суть этой фразы, вот. Но в какой-то момент... Экстрим Скоттиш, да. Вот. Да, абсолютно экстрим Скоттиш Триатлон. Кельтман входит в серию, сейчас, которая называется All X3. Она включает в себя на текущий момент три старта. Это Норзман. Примерно год назад я рассказывал о нем, и мы с Женей вместе были на Норзмане. Это Кельтман, про который мы сегодня вам расскажем, и Свисман, который мы вам расскажем через год, да, я надеюсь. Первый из них появился... А кто, кстати, знает, какой был первый? Ну, или догадываюсь? Норзман, да. Вот, ему уже 13 лет. Мы 13 делали. 14 сейчас. Да, мы делали 13, сейчас будет уже 14. Второй Кельтман, он появился 5 лет назад, и в этом году была 5-я гонка. И третий Свисман, он появился, по-моему, 3 или 4, 3 года назад. Да. Вот, то есть он достаточно молодой. Что объединяет все три старта? Первое, что объединяет два старта, скорее, третий чуть-чуть выпадает из этого, они проводятся у черта на рогах. То есть, ну, в абсолютно прямом смысле этого слова. То есть, Норзман — это вот Норвегия, где-то вот здесь, да, наверное, Жень? Да, чуть выше. Вот здесь, да, наверное. То есть, это там все, край уже. Если, если вы летали в Америку, то вот из России самолет летит как раз над Норвегией, там, над Бергеном, вот здесь вот, в этих краях. То есть там зимой там просто все в снегу, вот летом там очень частично красивый вид, да, вот частично в снегу. А Кельтман проводится вот здесь. Вот, для многих, ну для меня, например, было открытие вообще, что этот остров такой большой. Потому что, честно говоря, я думал, что он значимо меньше. Вот. Ну и такой длинный. То есть, если вроде как думать, что это Великобритания, и типа можно прилететь в Лондон, у меня сначала была такая идея, то оттуда ехать очень далеко. Вот. Мы прилетели, Женя... В Осло. Женя прилетел в Осло. Точно было? Осло, Глазго, да, это города рядом. А ты, Юр... Я в Абердин. В Абердин, да. И мы тоже прилетели в Абердин. Вот, из Абердина, примерно километров 200. Ну, в общем, это тоже уже край света, то есть там дальше уже ничего нет. Там дальше Исландия, Гренландия, ну и уже Северная Америка, там Канада. То есть просто все кончается, все, в этом месте. Вот, это объединяет два старта. Это Норзман и Кельтман. А Свисман проводится в центре Швейцарии, поэтому он, конечно, не такой удаленный. Вот, но то, что еще объединяет все старты, это, ну, некоторая сложность. Вот, например, статистика по Кельтману за последние 5 лет. 750 человек стартовало. В принципе, за 5 лет 750 человек — это там в 5 раз меньше, чем в одной гонке Ironman. В Франкфурте, например. 471 из них получили вот такую же майку, как мы. Вот. Ну и 61%, 61 страна там была представлена. То есть он такой достаточно international старт. Ну и если говорить о том регионе, где мы были, я думал, какую фотку подобрать из там тех, которые у нас троих. Черт. Ну, огонь, да? Сзади огонь. Ну, моя ассоциация с регионом такая. Я писал в Фейсбуке, с кем мы там в друзьях, может, вы видели. В Шотландии популяция овец больше, чем популяция людей. В Шотландии живет 5 миллионов человек примерно. И 6,5 миллионов овец.
И в регионе Вестерос, то есть вот в той части, овец живет значимо больше, чем людей. Потому что есть густонаселенные регионы, вот откуда, куда, Глазго, Эдинбург, а есть регионы, где вообще нет людей практически, и там есть только овцы. Овцы, олени. Все. А, ну да, в море медузы. Вот. Ну, а вот смотрите, взгляд Евгения Бирина, это вот такая картинка. То есть он видит эту местность вот так. Видел. Да, это было до старта. До старта. Да. А следующее будет отсутствие. Вот, ну а вообще, если говорить о гонке, то есть кто-то в зале, ну, то есть я точно знаю, что есть кто-то, кто принимал участие, например, в гонке Iron Man. Ну, серия Iron Man, половинка Iron Man, полный Iron Man. Вот, то вот всего того лоска, который есть там, его нет здесь. То есть то, что есть здесь, это вот такой баннер, который растянут рядом с въездом в город Торридон. Ну и все, собственно. И в городе Торридон есть ДК, ну, Дом культуры, да. Вот, маленький такой небольшой дом культуры. А по размерам как штаб приблизительно? Да, он по размерам примерно как наш штаб. Вот, и в этом Доме культуры происходит вся жизнь Торридона для тех вот 59 человек, которые живут в этом городе. Вот, поэтому это... Да, это место старта, это Мекка триатлона шотландского. В общем, мы там оказались за несколько дней. Тот приехал чуть пораньше, Женя, наверное, раньше всех нас там оказался, потом мы приехали, потом Юра приехал. Вот, наш четвертый напарник по всей этой истории оказался в городе Торридон за несколько часов до старта. У него была целая там огромная эпопея с багажом. Он прилетел, что у него, он прилетел через Париж, и у него отменили... Отменили рейс, потом он полетел в Лондон, из Лондона... В Абердин. Ну, в общем, он прилетел за там 3 часа, 4 часа до старта. Вот, и каким-то образом все равно участвовал. Сложно тут сказать. Вот. Ну, из таких вещей, там, что было на... Ну, вот Дом культуры, кстати, про который я говорил, да? Да, шорты — это директор гонки. Проводит брифинг атлетов. Ну, вот. Да. Брифинг в две волны, потому что все не ходят. Да, брифинг проводится в две волны, потому что в зал помещается небольшое количество людей. Ну, всего в гонке принимает участие 200 человек. Вот, 100 приходят на первый брифинг, 100 приходят на второй. Ну, они быстро устанавливают проектор, как-то включают, вот, и... рассказывают о том... Все сидят на полу стульев, там нет ДК. В очень такой аутентичной атмосфере. Да, парни? Хорошая идея. Да, все сидеть на полу. Ну, там чисто. То есть все, кто там, они могут сейчас тут, в принципе, сесть. И вы почувствуете себя на брифинге. Да, на брифинге Кельтман. Ну, да, вот так это выглядит. ДК... Баннер еще один, два баннера есть. Настя, два баннера. Вся организация. Что? Вы первый русский, кто принимал? По-моему, в прошлом году Саша Жуков был первым. Саша, еще, по-моему, кто-то был. И девушка из Казахстана была. А, да, и девушка из Казахстана еще была, да. То есть вот Саша Жуков был первопроходцем вместе с ней, а мы уже как бы по натоптанной дороге поехали. Он нам пометил, где поворачивать. Ну, да, если учесть... Ну, я этого, конечно, не знал. То есть я вот там с Сашей спрашивал по поводу дистанции что-то. Женя вообще тренируется с Сашей, поэтому Женя, наверное, все лайфхаки там все знал. Я ничего не знал. Я знал, но я не представлял, что... Саша все скрыл специально, иначе бы Женя отказался. Ну, в общем, вот наша команда. Часть, точнее, команды. Те, кто были на брифинге. Обязательные условия в этой гонке, как вы, наверное, знаете по экстремальным триатлонам, ну или не знаете, а сейчас узнаете, что ты не можешь в ней участвовать один. То есть тебя одного недостаточно. И официально у тебя должен быть саппортер, человек, который пройдет с тобой вместе всю эту гонку. Но какую-то часть он там ногами должен пройти, остальное на машине. То есть в этих мероприятиях нету пунктов питания,
То есть два баннера, я рассказал уже, да? В целом, это основное, что делают организаторы. Брифинг. Пунктов питания нет на велоэтапе. На беге у нас были пункты питания, но это просто, да, вода там была. Вот. И все. Буйков нет. Буйков. Не было буйков. Регистрационный взнос стоит 300 фунтов. Это дешевле, чем Ironman. Вот. Поэтому мы туда и поехали. Вот. Да, с командой. Юрин саппорт был где-то в пути, но успел. Успел вообще четко на брифинг. Насколько необходимо и достаточно саппортеров? На Кельтмане они рекомендуют двух, но минимум одного. То есть меньше одного нельзя. Ашки банят кого-то. Уже не было два, кстати. Да, так что таких мощных. Лучше два. У Юры вообще была целая команда саппортеров. И Дуля. Что? То же самое, лучше два саппортера. На Норсмане тоже лучше два, но минимум один. То есть минимум должен быть один, он ведет машину. Что? Максимума нет. Единственное, что официально машина, на которую клеится наклейка и которая как бы сопряжена с участником, может быть только одна. То есть, если там у вас караван, автомобиль... Но контролировать это в принципе, некому. Да, но контролировать это некому, да. Наклейки же можно поделать? Да, ну, наверное, да. Но там это не обязательно. Там все равно никого нет. Ты есть только овцы там есть. Овцы. Вот, ну, в общем, это то, что происходит накануне. Брифинги там, домой, жить. Из нас всех только Евгений Бирин жил рядом со стартом. Ну и то, километров 10 до старта. Да, и... В гастрозам. И там несколько на финиш. А мы жили достаточно далеко. Сколько у тебя, Юр, было до дома? Час. Час езды на машине. Вот, ну, у нас было минут 30, да. Но все равно это 30 минут по узкой дороге. Я не сделал, чуть не поставил сюда фотку, но потом покажем, если... Там дорога, основные дороги — это сингл-треки, вот, в этой части Шотландии. Сингл-трек — это дорога шириной в одну машину, на которой есть небольшие такие кусочки обочины, в которые, ну, надо разъезжаться, в общем, встречному трафику. Асфальт? Асфальт, да. Ну, Асфальт шотландский, на любителя, да. Вот. Коза не подскальзывается. Ну и в день перед стартом у нас у каждого своя какая-то история была. Женя решил поесть, не знаю, что он ел, стейки, брускет. И ему было плохо. Вот, если вы читали этот трогательный отчет. Вот. Юре было хорошо, но не спалось, да? Я спал 6 часов, вот. Съел таблетку снотворного и спокойно уснул. Спалось. Вот. И мне что-то не спалось, и спал я немного, но всегда, когда у нас кто-то ну, в триатлонных командах, или я как-то запомнил правила, что, в принципе, даже если ты там не поспишь в эту последнюю ночь перед стартом, там ничего страшного не случится, там небо не упадет на землю, и все нормально. Сил хватит. В лучшем случае. Да, Евгений готов. Вот, а с утра нам надо было к 3 часам оказаться в транзитной зоне. С 3 до 4 надо поставить велосипед, ну, там, вещи, получить чип. Что еще мы получили? Чип, все? Чип GPS-трекер, да. Тоже это особенность Норсмана, Кельтмана, наверное, Свисмана. Они выдают еще GPS-трекер. Это такая достаточно массивная штучка. То есть ее надо либо в карман класть, либо куда-то там в рюкзак на беге. Но GPS-трекер дает в каждый момент времени точное положение атлета, что позволяет организаторам найти, если что, труп. Вот. Быстро. По GPS-у. Но они сразу сказали, что в воде труп не найдем, потому что воду GPS, он не waterproof, поэтому воду брать нельзя. Вот, поэтому в воде, если типа утонете, то... Вот. Да, с концами. Вот, поэтому с утра мы приехали еще затемно в транзитную зону, поставили велики. У меня там есть фотка, как выглядит транзит. Выглядит он вот так. Вот. Ну, в принципе, так, это московский триатлон. 2011 года дает фору. Бережки. Да, бережки дают фору.
Ну, просто стойка, ставишь велосипед, все, погнали. Пристегивать надо? Велосипед? Нет, там все безопасно. Ну вот мы еще счастливые перед стартом. А уже не брускет, уже начала перевариваться. Да. Уже закончила. Уже не начала или закончила перевариваться брускетта. Вот как раз Дима с нами здесь. А... Мы в спа едем. Да, да, мы едем в спа. На улице, ну так, достаточно прохладно. То есть мы, видите, костюмы даже застегнули. В 4 утра автобусы отправляются. И отвозят на место старта. Ехать сколько мы ехали? Минут 20, полчаса, да. То есть автобус по дороге, по этому сингл-треку, вот это огромные автобусы, они объезжают бухту и выгружают атлетов с другой стороны бухты. И плавание заключается в том, чтобы переплыть с одного берега на другой, поперек, собственно, этой вот залива этого, и оказаться вот в этом месте, откуда автобусы забирают, возле транзитной зоны. Ну вот это так выглядит старт. Очень торжественно выглядит старт. Да, там такая поляна для овец. Овец с нее разогнали. И нас туда... Ну, то, что под овцами Женя написал, да? Ну, они так и называют, если честно. Это поляна говна и комаров. Она официально так называется. В официальной литературе, да? Шильдик так переводится. Музыка, вот, вот музыка, стоят люди. Я имею в виду ритм какой. А, ритм? Я не помню ритм. Ну, играют барабаны. Что-то барабанят, да. В общем, играл трагический. Шотландский манер. В этот момент, да, вот по... А это все, кстати, это отлив, то есть это там водоросли, какие-то камни, то есть вот по ним надо по всему этому хлюпающему зайти в воду. Вода в этом году была 11 градусов, вот, так что, в принципе, очень... Жара. Жара, да. Гидрокостюмы комфортно разрешили одеть. А? Сколько гидрокостюмов? У меня был один. Какая толщина? Обычный гидрокостюм, плавательный, да. Женя одевал под гидрик... Жилет? Жилетку. Я тоже одевал жилет. Меховую. А ты тоже одевал жилет? Вот, еще, естественно, мы одевали неопреновые шапки. И, ну, по Норзману, кстати, у нас просто есть человек, который в этом году едет на Норзман. Вот он знает. Да, у нас тоже так получилось. Вот, и мы по опыту прошлого года, посоветовавшись с Русланом, который делал Норзман еще до нас, я у него прям взял шапку, до сих пор не отдал еще. Она удлиненная, то есть она как у водолазов. Она доходит до сюда, закрывает шею и закрывает артерию, которая вот здесь вот близко проходит. А она закрывает только шею сзади или спереди? Спереди тоже, то есть она как балаклава одевается. Но вот у Юры я видел, обычная шапка была такая скул. Плавательная. Она меня тоже почти закрывала. Да, почти закрывала. Вот. Гидрокостюм. И неопреновые ботинки или носки, ну, то есть что-то теплое на ногах. Ну и плюс это спасало нас, во-первых, от говна, а во-вторых, ну, от такого шока, когда ты заходишь просто в холодную воду, все равно в неопреновых ботинках значимо теплее. А руки? Да, и в этом году, по-моему, первый раз, да? Первый раз разрешили перчатки. Да, первый раз разрешили неопреновые перчатки. Без перепонок, вот, то есть нельзя с перепонками, просто вот с пальцами неопреновые перчатки. А есть женщины, которые участвуют? Да, да, да. Причем, ну, какое-то такое количество значимое. Три. Ну. Женщины есть. Ну, можно посмотреть в протоколе там, ну, достаточно. Так, внешне процентов 15, наверное. Была девушка из Латвии, да, были... Готова? Нет. Ну, то есть доплыла, но ее сняли с велосипеда. Ее сняли с велосипеда? Она час 56 плыла и уже там на велосипеде там не могла нормально передвигаться. А? Училки не было с географии, да. Вот. Была девушка, которая с прошлым годом с нами делала Норзман из Голландии. Это, конечно, отдельная тема, говорящая про коммитмент людей. Я брал у них насос, они приехали на машине, у них был насос. И у нее лангета на руке. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну вот, типа, участвовала в спринт-триатлоне, упала, сломала там какую-то кость. И, говорит, попросила врача, чтобы не гипс наложили, а лангету. Я говорю, зачем? Ну, чтобы можно было одеть на гидрокостюм.
Ну и в итоге она плыла с этой своей фигней, потом ехала тоже с ней, а мы с ней жили в одной гостинице, и поэтому она там, ну, ей сложно было этой рукой переключать, она на разделочном велосипеде ехала, поэтому она училась другой рукой переключать этот переключатель, в общем, как-то она с трудом там не разбилась, мне кажется. Но она финишировала. Вот, она финишировала. Насчет синей не знаю, но финишировала. Вот, мы видели. Синий, по-моему, да? Синий, да-да. Мы фоткались вместе с синим. Вот, ну, в общем, к старту. Идея понятна, да? То есть, если вы хотите с Овечьей Поляны зайти в воду 11 градусов и прекрасно там поплыть, то вот это вам на Кельтман надо идти. А получается не с парома, а с берега, да? Ну, как из говна прям вот. Да-да, все заходят, все, там каяки потом подплывают и говорят, давайте уже стартуем, и поехали. Вот. Я не слышал старта. Не было его, не было. Он вполне сработал. Кто-то сказал, давайте, парни, поплыли. В какой-то момент просто все поплыли, и все. Вот. Плыть следующим образом, то есть я какой-то первый, там, может, метров 300-400 плыл в начале, и есть лодка, она задает курс, вот, и первый человек плывет за лодкой. За ним плывет второй, третий, и так все остальные. То есть буйков никаких нету, ничего нету, вот, надо держаться просто вот куда плывет косяк, вот, и за ними плыть. Вот. Поэтому вот те, кто потеряли косяк, это, конечно, вопрос, да? Куда они... Поплывут. Вот, потому что со старта финиша не видно. То есть там такие два поворота, два острова надо обогнуть. Ну, не знаю, парни, какие у вас ощущения еще от плавания? Расскажите. Мне кажется, я был один из тех, кто потерял косяк. Что я, конечно, когда начал плыть, минут через пять я понимаю, что я там в лидерах. Потому что никого нет, ну, все плывут куда-то в бок, а я вот тут плыву прям как надо на остров, сказали. Вот, и, конечно... Потом я что-то думал, как-то странно, я один тут плыву, надо, наверное, как-то поближе к народу. И скорректировал немножко курс, и в итоге, когда я подплыл к этой группе, там были люди, они чуть ли не на спине плыли. Вот, я понял, что, наверное, что-то не так случилось с моим направлением. И я уплыл не на тот остров. Но вернулся, все нормально. Ну, вернулся, конечно. Если говорить о медузах, то вначале их особо не было. То есть мы зашли, была абсолютно чистая вода, причем достаточно прозрачная, в ней хорошо видно... впереди плывущего, и руки там, ну, то есть замечательно все просматривается. И потом в какой-то момент они начали появляться потихоньку. Просто вот. Ну, пускали. Просто, да. А в какой-то момент, где-то на второй, наверное, половине дистанции... Около второго острова. Да, около второго острова, там уже поворот к финишу, начало происходить следующее. Я... ну, вот по своему ощущению, я когда делал грибок, то я упирался за что-то твердое, вот, от этого твердого пытался оттолкнуться, вот, оно как-то растворялось, вот, и потом, когда я внимательно посмотрел в воду, то я понял, что лучше открывать глаза на вдохе, вот, и закрывать на выдохе, вот, потому что это просто было, ну, такой вот суп, в котором, вот, как бы просто все медузы, и ты в них плывешь, вот. Берет. Но так как у нас были перчатки, ботинки, костюм, плюс, ну, шапка, плюс мазь, которую привез Евгений, антимедузную, и с солнцезащитой так необходимой там, и мы намазали ей лицо, то в моем случае как-то все очень комфортно прошло. Не знаю, как у вас с медузами? Ну, с медузами так, что ты сначала, тебе это неприятно, ты не можешь... каждую секунду бояться, да? Просто, ну, ты просто понимаешь, что вот ты здесь, медузы здесь, и ты как бы, ну, должен их переплыть. Ну, их, да, их действительно около второго острова, их гораздо меньше, чем воды. Да. Там вообще какие-то, как они, гнезда есть такие вот, например, заплываешь туда, и вот вокруг только маленькие, большие, красивые медузы. Да, разноцветные. Они так немножко поджигают лицо, но быстро это все проходит. Ну, потом просто не обращаешь на это внимания. Ну, примерно километр, сколько? Ну, да, наверное. Ну, километр. Ну, я говорю, ты просто перестаешь, ну, как бы реагировать. Ну, ощущение прикольное. То есть, наверное, сложно второй раз где-то найти так. Не, а можно научиться плавать с поднятой головой. Да. В принципе, нормально. Но, конечно, я вот, когда плыл уже от этого острова и были вокруг одни медузы, то я подумал, что, блин, если есть человек, который, например, боится, ну, прям как-то адски, то
это, наверное, вот кошмар, то есть nightmare такой, то есть это, да, это так, кошмарный сон, то есть это вот просто оказаться вот в этом водоеме с таким количеством медуз. И на брифинге вам об этом не говорили? Не, на брифинге сказали, будут медузы, все там. Ну, в общем, теперь я знаю, что сказать на брифинге в Сочи, на Ранстар, потому что там тоже могут быть медузы. Вот, но те две медузы, которые могут быть в Сочи, это вообще не медузы. То есть это... Да, то есть это просто можно вынести за скобки и исключить. То есть, если вы хотите знать, что такое медузы, вот надо туда попасть. Это финиш в плавании. Такой, видите, тоже шикарно сделанный выход. По камням. Вот. Но там надо отдать должное, помогают на выходе. Вот, потому что там, ну, камни, да, конечно, не очень комфортно. Вот, зажигают огни. Вот. И еще нас с этой поляны на старте тоже провожали огнями. Это такая эпическая фотка. Я что-то ее не нашел в том хорошем качестве. Но, когда там нас всех собрали, сфотографировали и сказали с Богом. Вот. В общем, наверное, что еще добавить о плавании? Фактически. По времени? А, ну по дистанции. Сколько у нас получилось по гармину? У меня 3,2 получилось. 3,2, да, у меня 3,3. Какой температуре сокращать плавательный так? Они, по-моему, как-то... Они вот они балды, не... да, балды, шотландские. Да, да. То есть, например, на сайте карта плавания нарисована по-другому, не так, как мы плыли. Почему мы плыли так, как мы плыли, неизвестно. Вот, но так получилось. Ну, там через минуту зависит. От лодочника зависит. Ну, лодочник, да. То есть там, по идее, должна была быть петля вначале. Мы должны были сделать петлю и потом только поплыть. А мы эту петлю не сделали. Не знаю, просто, может, случайно не сделали. Специально не сделали. Они еще писали, что если температура воды будет очень низкая, то триатлон превратится в дуатлон. Дуатлон, да, да. А в наноорсмен то же самое, да, то есть да, все от воды зависит. Ну, по а факту ни разу ни Кельтман, ни Норсман не отменяли плавание. Да. Они его сокращали, да. Вот. Но здесь не если сильно будет сократили лед стоять, тогда сделают. Да. Ну, кстати, вот прошлый год и Норсмен, вот по моим ощущениям, вода в Норсмене была значимо гораздо холоднее. Холоднее. Да. Гораздо холоднее. Хотя разница была 0.5 градуса официально по термометру, но в Норсмене она была просто обжигающе холодной. То есть это просто был какой-то ад. Вот. А здесь, в принципе, было достаточно комфортно. Такая же. Да, да не, мы просто не первые плыли, поэтому. Да. Медуз встретили другие люди раньше. Сколько Макс-то плыл-то время? 50 минут. Где-то мы с Женей примерно одинаково. Там 50... Сколько, Макс, сколько времени нужно было, чтобы к такой воде привыкнуть? Ну, чтобы вот грудь дышала. Да мы зашли, мы еще парни не хотели заходить, я говорю, пойдемте. Привыкать. На самом деле, когда ты заходишь, ну то есть в отличие от Норсмана, когда ты прыгаешь с этого 3-метрового пандуса, там у тебя диафрагма сразу же сжимается, и тебе ну, минут 5 нужно прийти в себя. Здесь ты заходишь потихонечку, тебе так ну, неприятно проникает вода под гидрокостюм, но зато это постепенно ты начинаешь. То есть такого, что вот прям ну, дышать невозможно, вот, ну такого особо нет. Если честно, плавание вообще комфортное, шикарное плавание. Еще лимит на плавание какой? 2 часа. 2 часа, да. То есть кто не доплыл до себя? У тебя комфортное было плавание? Прекрасное плавание. Ну, вот у нас у всех. У нас у 4-го, правда, какие-то проблемы были с плаванием, он там очень замерз. Дима, да, он очень замерз. Там и... были вообще девушки, которые синие, вот по рассказам саппортеров, их просто синие выбегали из воды. Но, видимо, они как раз боялись медуз больше всего. И посинели поэтому. Я думаю, что это они от страха, да, синели. Ну, вода соленая, очень поэтому, соленая, да, соленая. Волн не было, да? Волн не было. Нет, волн не было, ветра, был туман или облака, которые стелились прямо над водой. Ну, такая... То есть основная проблема – это ориентирование? Ну, ориентирование правильное, да. То есть нету курса, то есть ты сам его задаешь. И, ну, медузы, и все-таки, ну, да, достаточно прохладно. То есть это не то, что прям... А на Норсмане основная проблема – ориентирование? Не, на Норсмане нет, очень легкое ориентирование. Ты плывешь все время вдоль фьорда, вдоль берега, и, ну, вот просто по прямой. Чем тогда там особенно? Там холодно. Холодно? Нет, других особенностей. В Норсмене вода холодная не из-за моря, ну то есть не из-за Атлантики, не из-за океана, а из-за того, что тает снег в горах и ручьями сливается. И поэтому чем ближе ты к берегу, тем холоднее там вода. И когда мы в Норсмене подплывали вот к выходу... Ну да, это еще из-за станции, из электростанции спускают холодную воду. В общем, было очень холодно прям. Вот. Здесь такого нет, она равномерная, это океан, прилив, отлив, там, ну, то есть
целом ок. Люди, которые без гидрокостюма плавают. Нет. А он обязателен. То есть по условиям гонки гидрокостюм является обязательным. Вот. Были люди, которые плыли без этих тапок. Без перчаток плыли, да. Без шапок я не видел, чтобы кто-то плыл. Все в основном в неопреновых шапках были. Голова очень много отдает тепла. Вот, ну ладно. По плаванию все. Дальше была транзитка. Ее я уже показал. И дальше был велик. Это Юра. Крутит. Вот, крутить ему долго. Как и всем нам. 202 километра велосипеда. То есть чуть больше, чем в Айронмене. Чуть больше, чем в классической дистанции. Наверное, это связано с тем, что вел одним кругом, поэтому круг так вот завернут, что меньше не сделаешь. Дорога не перекрыта, то есть там обычный трафик. Машины ездят и... 56 человек. Сингл-треки. Немного-то. Ну как, 200 человек участников. То есть есть 200 человек участников, есть 200 саппортов. 200 машин, минимум. Только у них. Только у них. Плюс еще есть машины, которые просто ездят. Плюс туристы. Ну, то есть там какие-то овцы переходят дорогу. Да, овцы. А это машины все арендованы? Да. Ну, у кого как. Ну, большинство. Ну, те, кто приехал, конечно. Из Голландии ребят приехали на машине. Кто-то, я видел, с чешскими номерами из Чехии на микроавтобусе участники приехали. Но в основном арендованные. Да. Многие, кстати... Этим крюком 200 километров сколько там деревень проехали? Ну, то есть какое-то количество. Ну да, может там 7. Ну, я хотел сказать, что многие приезжают на кемперах и живут прямо в этой, в транзитной зоне, оставляют машины, в ней живут. Стартуют, соответственно, возвращаются. Этот же кемпер является саппортинговой машиной, он там обгоняет, сдувает всех велосипедистов сразу, потому что на сумасшедшей скорости. Если ты в аэропозиции, то шансов улететь там, в кювет очень много, хотя кемпер обгоняет. Ну, вообще на кемпере, если кто-то соберется, надо уметь ездить, потому что там очень узкие дороги. Мы ездили вот на достаточно большой машине, таком внедорожнике, Monster Truck. Вот. И то было так. То есть сегодня казалось, что он сейчас слетит с дороги. Расскажите по самой трассе. Тут первые километры, там, потом набор высот, покрытие, эти проблемные места, которые были. Вот Евгений передает привет с трассы. Расскажи, Жень, о трассе. Ну, трасса выглядит следующим образом. По-моему, первые 50 километров ты едешь вот по этой дороге сингл-трек, по узкой дороге, соответственно, первые 50 километров запрещена поддержка. Поэтому ты должен из транзитки выехать так, что ты вот эти 50 или 60 километров первые, там, 1,5-2 часа, ты на собственном обеспечении едешь. Покрытие выглядит, ну, я бы его не называл асфальтом, скорее такой это хорошо спрессованный гравий с кучей камушков такие, которые валяются на дороге. И, соответственно, только за первые там, 2 часа я видел, наверное, ну, штук 30-20, может быть, проколов. Ну, у меня тоже, я не знаю, если читали, у меня была история перед этим. Я за 2 часа поменял 6 раз колесо. Я этого жутко боялся. И, соответственно, ну вот так выглядит первые вот эти 50-60 километров. Помимо этого, есть абсолютно жуткая история, которая называется cattle grids. Ну, то есть, это... Для, ну, бордюр, ну, мы называем это антибаран, это некое преграждение, чтобы скотина не переходила на другой участок. То есть, ну, само поле ограждено забором, да, дорогу же нельзя перегородить забором, поэтому это выглядит как такие рельсы с промежутком сантиметров 20. Ну и, соответственно, когда ты летишь на велосипеде, ладно, еще на большой скорости ты пролетаешь, это еще так, но когда ты там на маленькой или в подъем, это, ну, достаточно реально страшно выглядит. А бежать по ним, ну, то есть вообще невозможно, ты должен остановиться и перейти. Да. Ну, то есть поперек дороги ну, сделана яма, и яма это сверху рельсами с промежутком там 15 сантиметров, да. И они достаточно часто, да, то есть сделано это для того, чтобы баран, ну, овца, не могла перейти с одного участка на другой. То есть она... По дороге. Потому что у нее лапы будут провалены, ну, ноги, да, и вот то же самое. Чтобы там, она живой не смогла перейти. Да. Вот. Но, как сказал нам парень, который отвечает за велоэтап там на брифинге... Just do it. Да, just do it. Типа, what should we do with cattle grids? Just do it. Вот. То есть просто надо их проехать, и все. Ну... Мы проехали, да.
Ну, в общем, не знаю, по моим ощущениям, велоэтап — это, конечно, издевательство над психикой, да, абсолютно. Потому что это он очень тягучий, очень выматывающий. Ты все время едешь какой-то пологий подъем, либо какой-то спуск, на котором нельзя разогнаться, вот, либо против ветра. Вот. Ну, то есть как-то вот ты все время пытаешься куда-то ехать и... Там еще, на самом деле, много спусков, которые похожи на подъемы, и подъемов, да, которые на спуске. То есть ты едешь вроде вниз, да, 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 но медленно. Да. И не понимаешь, что происходит. Да. Потом понимаешь, что это вообще подъемы, не спуск. Да, ну, то есть там что-то с ориентацией происходит. Виды, которые вам обещают. Не, виды там шикарные. Не-не, все. Ну, это начало, старт, видите, еще не разъехались люди. Это, по-моему, ты, Ира, да, фоткала, когда мы только отъехали от транзита из машины, да. Это еще, кстати, не сингл-трек, то есть это нормально, это очень широкая шотландская дорога. Вот. Сингл-трек, да, это вот половинка этой дороги. А был ли оправдан выбор группового велосипеда, а не разделки? Ну, парни оба ехали на разделке. Я считаю, разделка однозначно. Угу. Я тоже. Но я дело в том, что тренировался не очень много, и все, что я тренировал на шоссейнике, потому что я его там брал везде с собой и так далее. Потому что у меня разделка такая же, как у Жени, не знаю, как он с ней ездит, потому что это ад разобрать, вот, и собрать. Шоссейник очень просто. Руль снял, там педали снял, положил. Поэтому я, так как я не тренировался на разделке, я ее не взял с собой. Ну и, наверное, это правильно. Потому что надо ехать на том, на чем ты тренируешься. На Норсмане. На Норсмане шоссейник, да. То есть я... Нет, там ехали люди и на разделке, но на Норсмане нет смысла особо в разделке. Ага. Я на Норсмане обгонял на шоссейнике вот на горных колесах людей на дисках. То есть они и в гору просто шли пешком рядом с велосипедом, вот, а я хоть как-то, но ехал. Поэтому на Норсмане однозначно шоссейник. Чем легче, тем лучше. Вот. Ну, можно с лежаком. Вот. А сюда, конечно, нет. Ну, разница велосипедов. Разница велосипедов? У нас, Ян, есть лекция на видеоканале, которая подробно. Ну, чуть-чуть геометрия рамы отличается и посадка. Вот Женя, да, вот у него, видишь, есть лежак, он может руки положить и переключать передачи и лежа ехать. А я не могу так делать, то есть я могу только сидеть на велосипеде. Но я могу положить просто их на руль, вот, но на шотландском асфальте долго там не пролежишь. Один раз можно. Не, ну я так уже клал, когда очень устал просто, но... Велосипеды вас не подвели, да? У меня нет, у меня, слава богу, ни проколов, ничего. Не, ну у меня только тормоз отвалился, да, при выезде с транзитки прям сразу. Испугался шотландский гараж. Да нет, мы... Ну, история такая, что просто мы не хотели менять колеса, в смысле, менять резину в случае проколов, и просто взяли дополнительный комплект колес и решили попробовать с вечера их поставить. А там так получилось, что у них профиль шире, и что-то с тормозом мы там делали, раскручивали, скручивали, уже спать хочется, как бы, уже понимаешь, что старт. И такие, ну ладно, все, там есть что, снимем просто, и все. Вот, ну и, видимо, что-то не прикрутили тормоз. И он отвалился? И он отвалился, прям колодка отвалилась. Я, конечно, сначала ехал, что-то там думал, может, я что-то не докрутил, пытался там что-то настроить сам. Потом меня чуть не сдуло, я остановился, думаю, ладно, сейчас посмотрю, что-то начал смотреть, ничего не нашел, думаю, все, время идет, меня все обгоняют. Ну ладно, хрен с ним, без тормоза поеду. И это задний был тормоз? Задний тормоз, да. И уже где-то только там на 70, на километре мы посмотрели, что колодка отвалилась, никаких шансов не оставалось. Ничего, на переднем тормозе ехал. Молился, чтобы переднее колесо не проколоть, потому что если бы я проколол переднее колесо, тогда бы... Я бы остался на этой велотрассе. Но там не было таких серьезных спусков, то есть, чтобы прям где-то там не затормозить передним тормозом. Вот чего, кстати, на Норсмане, там есть спуски. Последние 30 километров, там такой достаточно серьезный спуск. Да. И с очень плохим асфальтом, и со шпильками. Вот. Ну, а до этого есть 3 подъема подряд. А до этого есть первые 40 километров подъема. Поэтому на Норсмане, конечно, велоэтап значимо сложнее технически, но он гораздо быстрее пролетает психологически. А здесь он тянется просто бесконечно. Ну, у меня, по крайней мере. Да, у меня то же самое. Я Норсман ехал на час больше, но это пролетело вот так вот. Здесь это была какая-то... Это самый длинный велосипед в моей жизни. Есть первый участок, 20-50 километров, когда запрещена... Ну, то же самое, что Кёльсман, что Норсман, первые 2 часа ты должен рассчитывать только на себя. Ну, а вот, допустим, сломалась спица, и
сам починить спицу. Мои суппорты видели своими глазами, как у человека сломалась цепь. Он откуда-то достал инструмент для ремонта цепи, починил цепь и уехал. Это все было на их глазах. Цепь – это только выжимка и замок. Да. Похоже, ты сможешь тоже. Со спицей и диаметром колеса. Но советую на дисках тогда ездить. Передний и задний. Да. Но вообще, на самом деле, это ну вот прям фатально, никто не контролирует. То есть, если ты свой саппорт ну, отправишь за тобой, то и с тобой что-то случится, то они тебя увидят. А, ну и... Но, кстати, нельзя было брать телефон на клету, а на клету они ехали с телефоном, потому что организаторы вообще сняли себе всю ответственность и не сказали, что на велоэтапе не будет никаких организаторов. Возьмите телефон с собой, и это все ваша проблема, поэтому... Ну да, позвонишь там. И в правилах и там написано, что ты можешь заменить велосипед в случае, если там у тебя какая-то поломка. Ну, на самом деле, колеса тоже нельзя было менять. Машину, чтобы они не мучились. Ну, в общем, если говорить о красоте, то в целом там, конечно, были очень красивые виды. Не знаю, парни их заметили или нет. Мне, ну, вот дальняя часть, когда вдоль моря, там было, ну, такие красивые заливы. И... Мне кажется, только ради красоты стоит ехать на эту гонку. Ну, да. В принципе, там все очень красиво. Я с Юрой солидарен. Ну, достаточно уникальная природа и такие, ну, уникальные места. Я не знаю, на что они похожи, прям вот. Прямо. Я Женю видела на трассе, он был великолепен. Он очень был красивый, бодрый. Он всегда говорил, все в порядке. Я ему сказала, что поможет. Нет, я думала, он получает удовольствие. Он очень быстро пробежал этап первый беговой. И поэтому я удивлена, что он... Так. Ну, в общем, вот велик. Долго можно рассказывать, 202 километра. У меня около 7. 7. Что? Я 6,5 проехал. Я 7,5. А лимит на велосипед? Нет лимита. А, нет, то есть вот как 11, 13. Или 13. 13 Т2. 13. Да, 11 часов на велосипед. Ну, то есть вместе с плаванием. А, есть. Да, да. 11 часов на велосипед и 13 Т2. И 13 Т2. То есть без тормоза дольше ехать. Ну, если не тормозить вообще-то, ну, как бы быстрее без разницы. Ну, у меня, кстати, ну, вот Норзман получился быстрее. Где-то 6.30, наверное, проехал Норзман. Вот. Но здесь как-то было очень тяжело, не знаю. Ну, то есть надо как-то тренироваться, наверное, лучше. На станке по 6 часов. А вы питались только гелями или что-то такое было еще-то существенное? Ну, и тут Юра может рассказать. Я разбавляю тактику. Я ел бутерброды с сыром, колбасой, помидорами. Вот, шоколадки, бананы там. Ну, в принципе, мне кажется, надо есть нормальную еду, чем питаться гелями. Ну, такой гонки точно. Вот. А особенно, ну, потому что у тебя есть все возможности, можешь, в принципе, даже остановиться супа поесть, если очень хочется. Очень многие останавливались, это меня удивляло, потому что ребята, вот, как-то они вообще не останавливались, мы просто передавали еду, а когда едешь, что видишь, все саппорт ближайших спортсменов, мы же останавливаемся, они нас обгоняют, потом мы обгоняем их, опять останавливаемся, и как в какой-то момент складывается уже картина тех атлетов, которые рядом. И я видела картину, когда очень много, видимо, ну, там, чаще там они принимают участие, они серьезно останавливаются около саппорта, едят нормально, садятся на велосипед и догоняют наших. То есть в целом, вот те ребята, которые ехали рядом с нашими ребятами, ну, Макс с Женей почти вместе ехали, они постоянно вот с такими остановками поедят, догонят их. Потом опять остановится, поедет, опять догонит, то есть по времени... А ты останавливался? Нет. Я тоже не остановился. Это удивительно. Ну, соответственно, для саппорта основная задача – это знать, что дать. То есть заранее спросить, либо вот как у Юры было спланировать по километрам. Да, страшно идти, где остановиться. Да, потом остановиться. По правилам машину можно парковать только 4 колесами за пределами дороги, иначе могут оштрафовать. Но здесь никого не было, поэтому кроме... Вот в Норзмане очень строго за этим следят. Там ездят маршалы, они смотрят, и если твой саппорт ведет себя неадекватно, то это может отразиться на тебе. То есть если они, например, поставят машину, и она будет вылезать на дорогу, то это точно будет штраф.
Вот. И потом вообще могут дисквалифицировать. А здесь маршалов не было? Да нет. Не ни одного. Овцы там. Там просто, если бы ты остановился на дороге, то ты бы перекрыл дорогу всем. Там, поэтому нет было шанса. Надо было искать какие-то съезды, обочины. Слава богу, у меня была большая машина, я заезжала в лес, там еще куда-то. А левосторонние движения? Да. Да, левосторонние, да. Ну, у меня полмашины разнесли. Серьезно? Да, саппорт. Куда-то врезались? Ну, я ну кто-то в них врезался, спорол весь дорогу. Во время гонки? Потому что там невозможно. Если идет человек, и ты едешь на машине, ты неизбежно его заденешь. Я этим левым зеркалом человека, слава богу, он жив, здоров, зеркало разбилось, но я выбежала там охали-ахали. Люди тоже идут. Ну, непривычно, в общем, на самом деле, конечно, ездить по той стороне, и особенно там на большой машине. Вы знаете, на Норсмане на Агилях ехали, или там на Метророга, что парк? На Норсмане я ехал вообще по совету Руслана Смирнова там на отваре овсяном, курином бульоне. На Норсмане было очень холодно на велоэтапе. То есть после плавания, когда ты уже очень замерз, ты 40 километров поднимаешься на плато, там где-то 1200 высота, и там просто северная пустыня. И там температура была плюс 1 градус. И нам очень повезло, что там не было дождя в тот снег. День. Ну, снега не было. Вот. То есть просто было очень холодно, и все. Ну, я ехал в зимней форме, например, на Норсмане. А здесь мы ехали в короткой форме, и даже еще можно было и там рукава снять. И погода нам, там... нас тоже повезло. Да. Идеальная погода. Да, погода была идеальная, потому что здесь основная фишка велоэтапа — это, конечно, ветер и дождь. Вот. И в Шотландии бывают такие горизонтальные дожди. Мы когда остались после гонки, то мы такой застали, да. Там такие порывы, что просто... Просто ветер сдувает дождь, и дождь как бы идет вот так. Ну, я ровно за день до этого поехал, ну, тренировку сделал. Попал сначала в дождь, а потом в град. То есть просто за секунду промок, да, и ветер, ну, жуть была. А сама гонка идеальна. Ну да. Ну, причем день до гонки был дождливый, да, день после гонки был очень дождливый, а день гонки вообще не было. Разница между гонками в том, что на Кейтмане уже вот этот сингл-трек, да, сама состав. Ну, дорога уже, покрытие. Дорога, да, тяжелее суппортом, да. Получается, тяжелее вам, больше риск. На ножке все-таки пошире. Ну, суппортом, но психологически может полегче, если особенно ты, вот я второй раз была, тем, что вообще нет маршалов, никто ни за кого не наблюдает, потому что там было реально страшно. Если ты сделаешь что-нибудь не так, там все время контролировали, и из-за моей ошибки его могут дисквалифицировать. Поэтому было очень страшно. А здесь всем пофиг, как бы. Там мы уже все подружились, кто примерно в одной зоне ехали, мы друг друга видели, общались с соседними саппортом. Там помогали друг другу, если надо было куда-то пропустить, там сказать. Кейтман вообще считается самой сложной экстремальной гонкой из этих трех. Ну, это сейчас мы дойдем. Ну, ты просто на этом велике выматываешься, и все. Ну, то есть, вот 7 часов я ехал. Ну, повезло с погодой. Ну, и плюс повезло с погодой, потому что, конечно, если бы был дождь и ветер, мы бы, наверное, еще плюс час ехали. Ну, то есть, там ситуация такая, там по всем отзывам и, опять же, в инструкции написано, что последние 50 километров готовьтесь, вы будете там, ну, умирать, да, потому что встречный ветер, средняя скорость там вместо 30 плюс, там, 20 километров в час, и люди едут от 2 до 3 часов, топ 50 километров. И уже у кого Саши только ну, так и было. Да, так и было, что ну просто ветер тебя останавливает. Вообще вот рогами в него упираешься, не можешь давить. А у нас этого не было. То есть был встречный ветер на последнем участке, но ну, я ехал там 30 плюс. Ну, то есть, ну там нормально. Какая мощность получилась в среднем? У меня? 600 ватт у него. Поэтому ветра он не заметил. Уже не FTP, там 680. Не большая. 9 ватт на килограмм. 205 или 210 ватт. У меня на шоссейнике нету пару метров. Там все едут поодиночке, да? Там никто в пачке не собирается. Нет. Там нету никого. Ты едешь в пустыне. Ты благодарная, их так мало. Ты уже кричишь, ты поддерживаешь. Вся динамика – это твой суппорт. Это суппорт там трех людей впереди, трех людей сзади, потому что ну, вы как в одном таком поле двигаетесь. Ну и некая спина там, человека, который там где-то впереди, ты можешь ее наблюдать час. И все. Она может пропасть. Ну, можно. Она может пропасть, или ты можешь ее догнать, тогда она тоже пропадает, соответственно. Драфтили в процессе гонки? А? Драфтили в процессе?
Так даже прижимать. Чуть-чуть. Не, ну, может, там, ты пока догоняешь, едешь. Ну, единственное, что мне говорили, то есть я вот на последнем куске обогнал лидера по девочкам, да, по женщинам. Ну, мои саппорты сказали, что она драфтилась. Ну, то есть ее прям кто-то вез вот на это. Но я этого не видел. Это... Парень, а, я понял, это которая симпатичная. Да, парень, да, который взял место в зале, он в отчете писал, что за ним чувак ехал, и его это сильно раздражало. А, да, да, да. Да. Англичан. А вообще запрещен драфтинг? Да, да, драфтинг запрещен, причем так достаточно, ну, строго там. Ну, не знаю, я не видел, чтобы кто-то драфтил. Все равно, ну, как ты будешь... Это же твои, ну, как бы, братаны по гонке, что-то, ну, то есть... Потом можешь и получить. Вот, ну, то есть, да, так не пойдет. Я финишу найду, да? Ок, ну, в общем, потом был второй транзит после 202 велосипеда. Блин, я эту фотку не поставил. Там еще большая особенность для особенно саппорта, потому что ребята, они все-таки в движении, они, может, так и не заметили, но на старте и на всех транзитках я накануне думала, это какой-то прикол. Люди покупали в магазинах сетки. То есть они просто, ну, такая черная шапка, и на ней сетка. И сетки скупали просто при мне. Я смотрю, разбираю, думаю, ну, какие-то тут неженькие люди, непонятно, что такие сетки. Это ад. Это просто ад. То есть ты не можешь даже одну секунду стоять неподвижно, потому что тебя грузаются везде. И, конечно, я завидовала этим людям. Они везде. То есть грамотный саппорт и, конечно же, организаторы. Все были в сетках. Это комаров, да? Или там что-то? Комары. Это не комары, какие-то мошки. Мошкара, она маленькая, но достаточно эффективная. Ну, в общем, нет у меня этих людей в сетках. Приехали в транзит. Транзит выглядит так. Это вот такая полянка небольшая, там ничего нету, вот просто люди, еще плохо организовано, там узкая дорога, все приезжают, там пробка, туристы, там мотоциклисты. Ну, общем... Мы на брифинге сказали, что, пожалуйста, слушайтесь маршала, который будет, потому что в прошлом году получилась такая пробка, не могли разъехаться 2 часа, не могут приезжать гонщики, ла-ла-ла. В общем, когда я подъехала и хотела найти маршала, его вообще не было. У саппорта вот такая майка. Ходил один это мужчина, уже стояла огромная пробка, он что-то кому-то показывал, кто не слушал, потому что никто не двигается, он бегал, ругался. В результате все бросали машины и шли встречать своего велогонщика. И нам повезло, но мне лично, что Макс был как-то в первой половине, потому что когда он убежал, я вернулась обратно, эта пробка была уже где-то 2 километра, и даже велосипедисты не могли пробраться. Ну, в общем, да, транзит, как бы надо выжить и добраться до него. И все, дальше побежали. Я что-то у парней не нашел фоток из транзита, но из этого первого Колин Пасса, потому что мы там были одни. А, ты бежал не один, да? Я бежал, да, со своим вторым саппортом. В общем, первый участок бега — это 18 километров. По плоской, да, Да, абсолютно плоской, с подъемом, спуском, тропинками возле озера, ручьями, какой-то травой там, дорогой, которую взяли огромные, видимо, камни, порубили их, и они получились очень острые, и засыпали дорогу, и вот по этой дороге надо бежать вниз. Вот. Это называется Кулин Пасс, это такой перевал. Вот, через который ты бежишь вот из транзита, в котором сдал велик, в следующую точку, которая называется транзит 2А, вот, которая является достаточно ключевой в этой гонке, потому что в этой второй точке определяется, по какому маршруту ты пойдешь дальше. Если ты успеваешь оказаться в этой точке до 11 часов с момента начала старта, а он был в 5 утра, то есть в ней надо оказаться до 4 часов вечера, то ты идешь по верхнему маршруту. И этот верхний маршрут дает тебе синюю майку финишера. А майка финишера — это единственное, кстати, что ты получаешь, потому что там не дают медали. А если ты оказываешься в этой точке на 18 километре бега позже, чем 11 часов с момента старта, то ты идешь по нижнему маршруту дальше и получаешь белую майку.
Ну и, естественно, ну, многие, кто едут туда, хотят получить синюю. Это такая заруба. Но в отличие от Норзмана, где эта заруба в том числе с другими участниками, потому что в Норзмане тебе в такой точке надо оказаться в первых 150 и 160, вне зависимости от времени. Ну, нет, время тоже есть, но заруба всегда за позицию. Заруба за позицию. Вот. То здесь зарубы за позицию никакой нету, и в этом плане эта гонка, она такая больше вот философии non-competitive, то есть все братья, друзья, и все едут, в общем, со временем, секундомером соревнуются и никуда там друг с другом не вступает в соревнования. Вот. А если ты оказываешься в этой точке больше, чем через 13 часов с момента старта, то тебя вообще никуда дальше не пускают, вот, и домой, да, вот. Ну и майку вообще никакую не дают. Майку отбирают даже. Вот. Ну, в общем, не знаю, эти первые 18 километров, конечно, это тоже не сахар, потому что 5 километров подъем, такой трейл, потом 5 километров по этим острым камням спуска, и потом 8 километров, это просто узкая тропинка там между ручьями, какими-то озерами. Или тропилкой. Лесопилкой. Да, лесопилкой там. Вот. Ну и потом ты попадаешь вот в Т2А. Выглядит она примерно так. То есть это тоже такая полянка уже возле гор, возле начала гор. Кстати, с этой полянки горы не кажутся какими-то адскими. Кажется, что это вообще... Ну, у меня было ощущение, да, мы с Ирой договорились, что там я успеваю там, за 11 часов или с запасом, прихожу, беру ее, и мы идем как бы в горы. Гулять. Самое сопровождение саппорта дальше с этого места. И очень жестко, единственное, что было жестко, это накануне проверяли состав багажа, который ты с собой берешь. Багажа? И потом мы поняли, почему. Туда входил, обязательно нужно было две флисовки взять, непродуваемую, непромокаемую куртку, непродуваемые, непромокаемые штаны, компас. И карты. И фонарик. Свисток. Свисток. И пакет еще вот этот, куда трупы заворачивают. И это очень жестко проверяли, это немножко пугало. Проверяли накануне и проверяли вот в этом вот закуточке, вот там эти ленточки такие навязали. Вот туда надо было, ну, мне зайти, меня жестко проверили, все должно было быть. Обратно надо было запихать рюкзак, и только с этим можно было пойти дальше. И потом нам очень пригодилась карта. И компас. Парни, ну расскажите ваши ощущения вот в Т2А, как когда вы там оказались? Не, на самом деле, то есть я как бы достаточно неплохо проехал, достаточно неплохо там бежал. У меня был инцидент вот на этом промежутке, эти 18 километров до Т2А. Я бежал с мыслью, что вот сейчас я добегу, и да, дальше начнется такая красивая прогулка в горах. А-ля Норсман, да, то есть, ну, в Норсмане выглядит то же самое, если ты успеваешь в черной майке, ну, дальше никакого смысла надрываться нету, потому что, ну, какая разница, будешь ты там 90-й или там 140-й, да, ну, ты все равно не в первых трех, да. Здесь то же самое. И, ну, то есть в Т2, да, я прибежал такой, ну, понятно, уже там намаявшийся, уставший, с большим запасом, и я, значит, сразу сказал своему второму суппорту, который должен был сменить, что сейчас вот, ну, пойдем гулять, вот. Да, фотографироваться, ну, не имея ни малейшего понятия, как будут выглядеть следующие 5,5 часов, потому что это был реально какой-то бред. Ну вот так вот, как так, а? Темнеет там поздно, ты звезда. Ну, да, не, я вообще прибежал, сжарило солнце, вот я финишировал. Там уже белые ночи. А у тебя, Юр, какие ощущения были здесь? Но, я как раз боролся за лимит. Не знаю, кто-то, может, читал тоже отчет. Там, я, в принципе, шел вообще прям в предел в 11 часов. И еще там на велоэтапе я вообще не мог поверить, что я успею. Я там тоже умирал, как бы думал, что все, нахрен, я все брошу и поеду спокойно 10 км в час. Вот, как-нибудь доеду, там уже и хрен с этой горой, и синей майкой, и всех ненавижу. Зачем я здесь? Вот. Единственное, наверное, что меня бодрило, это мне как-то было неудобно перед саппортером, который говорил, типа, приехал там в эту задницу, как бы, для того, чтобы подняться на гору, а потом я скажу, ну, давай, Петь, пойдем вот тут снизу, как пройдемся. Вот, и он, опять же, он, конечно, был, ну, большой молодец, потому что он трекал это время, 11 часов, мы понимали, что для меня это там реально такой предел, как бы, что шансов вообще уложиться было мало.
изначально. И он всегда говорил, давай, ты успеваешь. Я говорю, хорош, что ты мне рассказываешь? Конечно, вообще не успею. Потому что я сам вижу время, я вижу... На велете? Да, я вижу скорость. Угу. Я понимаю, что, блин, с такой скоростью только лузеры ездят. Вот, и какая там нахрен синяя майка, я приеду, я там, думаю, да я в 13 часов хотя бы уложусь. Но я еще ждал, конечно, этого последнего куска с ветром, вот, и мне, наверное, повезло, что его не было, если бы он был бы, я бы здесь в белой майке, наверное, стоял стыдливо в уголке. Вот, ну, вот этот последний беговой этап, мы когда выбежали, Петя мне говорит, слушай, я рассчитал, ты должен бежать по 6.40 на километр. И я такой, блин, ничего себе, 6.40, говорю, ты что-то, говорю, напутал, так не может быть. Ну, потому что там по 6.40 почти пешком, вот. И он говорит, не, вот смотри, все, там посчитал, все, 6.40. Я выбегаю, как раз эти первые 5 километров. Я сказал, что они плоские, потому что я думал, что они плоские. Что вот эти 18 километров, они плоские, ну, что-то фигня, по 6.40, 18 плоских километров. И только вот Жуков, который в прошлом году стартовал, где-то в комментариях написал, ну, вообще они не такие плоские. Вот. И я, значит, выбегаю такой, смотрю, ну, подъемчик небольшой, ну, пробежал чуть-чуть. Потом он так, его так градус увеличивается, увеличивается, я так уже с бега на шаг перехожу. Вот. Где-то какие-то плоские поверхности я там, ну, бегу, всех обгоняю такой радостный. Но все равно, когда круто, вверх иду пешком. В общем, когда я наверх поднялся, этих 400 метров, средний пейс у меня был 7.20, по-моему, или 7.30. Вот, и, конечно, я бы опять, ну, я вообще всю гонку был демотивирован своим результатом, вот, и только в тот момент, когда я пробежал, там, встретил этих двух радостных шотландцев, мне кажется, они, честно говоря, выпили чего-то до этого, а они говорят, вообще все, теперь все время вниз, вот туда, я такой смотрю, там, реально, в долину прям бегаешь, речка, озера, там, то, что Макс говорит, вот, и, конечно, и потом с этой горы я где-то по 4.40, по 4.50 начал накручивать и вообще на радостях там прыгал вниз. Поэтому, когда я прибежал в транзитку, я прибежал в 10.48, вот, конечно, счастье у всех было беспредельное, у меня, там, у Пети, Петя там не рыдал, там, вся моя семья рыдала. Я встретила Петю, мы когда подъехали в транзитку, он такой, слушай, все нормально, все отлично. Кейтман пришел за нами. Сколько Макс пробежал? 18. Ну, а как бы я уже жду, сейчас Макс, я говорю, ну, уже как бы 1:50, как он бежит. 18. Тут Петя побледнел. И что, он еще не пробежал? Он еще не пробежал. И в этот момент он, конечно, так заволновался. Все будет нормально. Ну да, в итоге, в общем, я пробежал, нас там тоже отметили. Дуля там была рада. Дуля, не знаю, есть там Макс на фотографиях или нет. Ты расскажи, что такое Дуля, то мы не знаем. Кто знает, что такое Дуля? О, мало знает. Дуля – это такой столб надувной желтого цвета, которого в свое время, в прошлом году, мои родители где-то произвели, неизвестно где, для Ironman в Цюрихе, который я делал. Эту дулю видно за много километров на любом старте. Если кто-то участвовал в московском полумарафоне, вот, то эта дуля там тоже участвовала. Дуля ездит с нами на все старты. Вот, и, соответственно, ее задача – это привлечь внимание издалека. Да, потому что понятно, что там все стоят, там еда, питье. Вот, счастье было дуле. Да, ну и, в общем, с дулей мы теперь путешествуем везде. Вот. Так что, ну, в общем, все были очень счастливы. И на самом деле самый приятный момент гонки – это когда я в этой транзитке Т2А, после того, как нас проверили все снаряжение, я сидел и минут 15 ел макароны по-флотски. И это вообще самый счастливый момент. Я сижу, значит, понимаешь, синяя майка и макароны по-флотски. Вот это было самое правильное решение – перед горами поесть. А вы не сказали, что есть еще один лимит до подъема на первую вершину? Не, мы не знаем, мы вообще забыли про это. И потом мы такие поели, уже такие что-то сидим, разморило, и Петя говорит, пойдем, а то типа там за 1:45 надо подняться. Да. И еще неизвестно, куда подняться. Да. В том-то и проблема. Ну, в общем, вот мы оказались в этой точке, и из этой уже у каждого из нас какой-то свой был опыт. Вот у кого-то он трансформировался в худший день жизни, у кого-то... В моей жизни это был самый длинный марафон. 8 часов на марафон. Я даже не думал, что так можно. Ну, в общем, все начиналось на самом деле достаточно неплохо. То есть вот такая тропинка, и по ней надо вот шарашить. И кажется, что вроде как, ну, вот сейчас поднимемся, и все. Не знаю, у вас какие ощущения были?
У меня было ощущение, что... вообще прекрасно все. И ты в конце... Там... Ну, там, да, там она в какой-то момент становится более крутой, бежать смысла особого нет, в основном все идут. Ну, я тоже шел. Ну, тяжело было, я хотел сесть, вот, но Ирина сказала, что садиться нельзя. Вот, и... Как это? И подталкивала меня. Почему? Да, потому что если бы, конечно, я сел, то я бы... Я хочу чуть-чуть отдохнуть и придет пойти. Ну вот, в общем, потом становится очень красиво. Это то, как мы с Юрой считаем, ради чего туда стоит вообще поехать. А... Ты увидел красивый камень, что такое? А? Нужно с саппортером поехать, тогда можно подняться. Да. Вот. А потом, в общем, начинается вот такой ад. Вдруг. Ну, ни с того, ни с сего. То есть, как бы, вот, ну, не знаю, как парни там, может, они более внимательно читали мануалы или... там смотрели отчеты. Я, честно говоря, думал, что вот такая секция — это вот, ну, километр, там, может быть, пару километров. На Нортмане такая секция — это 5 километров последних, и после них ты уже все, ты уже герой, ты там сидишь наверху и уже думаешь там, как спускаться. А здесь мы пошли, она началась, эта секция. Через 3 километра подъема, да, который мы шли час 15. Да, вот до первой вершины, где есть лимит, мы 3 километра, мы шли, да, час 15. Я была уверена, что мы сейчас поднимемся туда наверх, там чип отметим, и дальше начнется, так как это было заявлено 15 километров, то 3 будет адских, а потом 12 такой пологой тропинкой с бега. Ну, такого типа, оббегать вот так вот, да, вниз, и будем уже бежать обратно. Ну, в общем, оказалось все несколько иначе. После того, как я в течение часа наблюдал пейс на часах 20 минут километра, то... А потом, ну, вот, в общем, мы куда-то там поднялись, там вот тут первая вершина, да, там человек играл на волынке, то есть вот мы с самого низа сюда, как бы, пришарашили. Конечно, не передают. Да, фотографии не передают, то есть дальше нам сказали, что, ребят, вам как бы вот туда. И я спросил, серьезно? Они сказали, абсолютно серьезно, вот аккуратненько по гребню идете. Вот. Это какой-то, я уже не согласна, что это даже бредом назвать. Ну, сложно, потому что если бы это был, например, пасмурный дождь, то есть даже в такую погоду там очень страшно, люди уставшие. Вот когда Макс чуть пошатывался, если бы он оступился, он летел бы вниз на камни, точно разбившийся. Если бы в это время шел дождь и был бы туман, мы бы там, я думаю, все остались. Как организаторы это вообще проводят? У меня вот в голове единственный вопрос, как они на себя берут такой смелость, или они настолько просто, ну как-то вот... Отчаянные, и им везет... Потому что почему вот там никто не видел, или мы там не рассказывали? Ну, поза, мы не знаем, в позапрошлом году. Я думаю, они не знают, серьезно? Сколько участников. На этом? Да. Серьезно? Ты что? А ты что там не сказал? То есть макеты — это серьезно? Не, ну действительно, абсолютно. То есть, там, ну я, например, я имею какой-то высокогорный опыт, да, там, в прошлой жизни. Ну, это, ну, вообще это неправильно, так нельзя. Это, эти две вещи совмещать, да, ты после там 10-11 часов, ты абсолютно выжатый, раскоординированный, ты не можешь, да, там, эти камни подвижные, они, ну, там, туда вот, чтобы было понятно, не знаю, метров 900, наверное, вот так вот можно сказать. Ну, и сюда, соответственно. Это очень не смешно. То есть, ну, красиво, ну, да, красиво. Ну, как гора красиво. На первой горе красиво, когда ты поднялся, сфотографировался, когда потом еще и что-то, сколько, не знаю... Ну, еще две. Раз, два. Не, ну как бы это и та. И та, да. То есть и на каждой горе тебе говорят, ну ты не волнуйся, она не так, ну, не так далеко, как выглядит. И на каждой горе тебе это говорят. Раз, два, три, четыре, и ты уже под конец, ну. Ну, Юра с Петей, видите, еще будучи не очень высоко, они радовались. Ну, надо сказать, что мы радовались вообще все время, будучи на горе. Наверное... Ну, я на этом месте тоже радовал. Да, ну, вот, потом налетало, там и облака налетали, и... Ну, то есть, да, вот ты идешь, и надо вот, вот эту штуку пройти и идти дальше по хребту. То есть, ну, вот ее пройти можно только ну, не... На четырех. Да, на четырех конечностях. То есть, и руками, и ногами, и ты каким-то образом, вот, чтобы не упасть, ее проходишь. То есть, конечно, это вообще не бег, то есть, это не марафон, там, не... То есть, это просто 15 километров вот такого ада, по которому ты там наверху шарашишь, попадаешь там в облака. Ну, вот у вас вот на ногах кроссовки или какая-то специальная трейловая обувь? Кроссовки, да. Кроссовки.
Я бежал в трейловых кроссовках, очень был доволен ими. Я тоже в трейловых кроссовках, но я, честно говоря, не предполагал. Вот. Я тоже бежал в трейловых кроссовках. Более того, я потом в этих трейловых кроссовках поднялся на 4300 метров вот, по снегу. Это, конечно, была дурная идея, но, в принципе, возможно сделать. Ну, то есть тропинка — это вот она идет, тропинка, и потом обратно. Ну, общий набор в целом. 2000. Не, общий набор 1000. На беговом 2000, а, да, чуть больше, может. Нет, 1900 на общий этот, а да? Этот вертикальный 1200, по-моему. Не, вертикальный 1600. 400 на первом участке, ну, и 1200 вот потом у тебя на этой. Ну да, но здесь такой набор просто по этим камням тяжелый. То есть это не то, что ты вот как в Норзмене, например, по серпантину, по асфальтированному бежишь вверх и все. Норзмене только вверх, а здесь еще просто. Да, еще вниз. Вверх, а потом вниз. Да-да-да. Кстати, из вот этих трех гонок это единственная гонка, где есть вниз. Потому что в Свисмане там тоже, там только вверх. То есть ты финишируешь на горе. В Норзмане ты финишируешь на горе. А здесь ты вот в горы ходишь, и потом еще давай, дружок, спустись сам. Вот, и это тяжело. Вот, а вы встретились на Да, на горе? Это прямо вот как раз перед тем самым спуском, о котором ты сейчас хочешь сказать. Блин, спуска я что-то на фотографии не нашел. Но если быть кратким, то... Когда ты прошел все вершины, то там примерно вот такая стеночка. А это она и есть, только с другой стороны. Да, в другую сторону. А, с другой стороны, вот, да. Вот она там. Отсюда как раз. Да. А нет, они сейчас сначала, знаете, такой издевательство перед этим спуском выглядит. Они говорят, вот, а там система тайминга была, как я не знаю, как это называется, штука. Ну, чек-ин, да, такой. Такой аппаратик, и у каждого атлета такая там... Точка. И он, когда пик, он подбегает, и там, где надо, на каждой горе надо отметиться, что потом организаторы проверили, все ли город прошел. И вот когда уже вообще сил нет, последние уже кажется, что все совсем, организаторы говорят, и вот сейчас нужно подняться вот туда и спуститься обратно. Вот это мы все время хотя бы шли куда-то, и было ощущение, что куда-нибудь мы придем. Но когда мне сказали, сходите туда и вернитесь, вот у меня в голове, вот зачем этот еще один подъем по камням, который там стал, ну, там получилось не 15, а 16 километров, и этот подъем там был 600 метров, наверное. Вот зачем? Кому в голову пришло сделать еще вот это туда-сюда сходить? Вот, по поводу спуска Женя может рассказать. Ну, спуск выглядит, я потом посмотрел по треку, он там 70-80 градусов градиента, то есть если это 90, то он выглядит вот так. И ты подходишь, вот эта перемычка, да, вот сюда, или даже сюда. И он говорит, ну, то есть ты говоришь, ну, куда? Он говорит, вниз. Это девушка, у нас там что-то сидела, свесит ножки. Она так ножки свесила и говорит, куда? И ты так, типа, камон, ну это ну, не серьезно. Нет, лезь вниз. И вниз ты лезешь. И подталкивает еще на ход. Вниз ты лезешь, там такие природные такие, ну, валуны, как ступеньки. Ну, соответственно, в основном ты лезешь мордой к скале, используя, ну то есть, как фактически, как по шведской стенке. И проблема в том, что этот трек очень узкий. И, соответственно, там ну, группируется какое-то количество двоек, то есть ну, триатлетов со своими саппортами. Ну, соответственно, кто-то идет медленно, и они вот, ну, вот так все... ну, вот и я, когда я слезал, я уже вниз бежал, потому что я уже, ну, уже не мог это переживать, я хотел домой. Я уже вниз бежал, я пытался идти быстрее, и у меня два или три раза мимо головы пролетел ну, вот такой камень. Ну вот реально, как арбуз, да, то есть, ну, если бы он там попал мне по руке, по плечу, он бы меня... А спуск 200 метров. Ну, то есть, стена 200 метров, ты по ней идешь. То есть, там, к вопросу о вот этом багаже, который, да, то есть, там минимум нужна каска, страховка, да, помимо этого. Ну, потому что, ну, тебя просто тупо может убить. Да, и люди, они, ну, они уставшие, они, понятно, это не специально делают. И, ну, и это было реально, ну, страшно. А ты и самая, ну, самый такой вишенка, да, что ты спускаешься в середину пустыни. Ну, с валунами, с камнями, да. Каменные джунгли. Без какого-либо намека на то, что делать дальше. Ну, то есть, куда идти. И тут такое, ну, как
Ты и свисток. Да, ты видишь, что там озеро, да, и вот как к нему пройти, это дальше начинается такой болдеринг, да, то есть это валуны трехметровые, по которым ты карабкаешься вниз, карабкаешься вверх, часть из них мокрые в какой-то слизи, то есть они все скользкие, ты поскальзываешься. Ну, вот так ты там, не знаю, метров 500, наверное, да, полкилометра, ты до озера добираешься, где уже начинается тропинка, по которой можно бежать. Ну, тропинка тоже такая, она то кончается, ну, то начинается. Она каменная, да, она вся каменная, из острых камней, но по ней хотя бы можно передвигаться на двух ногах. Ну, в общем, вот эта горная часть, 15-16 километров, часов 5, да, наверное? Да, у нас 5 часов это. Да. Ну, вот у нас 6. Мне кажется, у нас 6. Да. Ну, или 5.30, да, 5.30. То есть 2 часа первая часть, 5.30 это, ты там около часа. И потом, когда горная часть заканчивается, то еще 9 километров надо по дороге вернуться в место финиша, там, Торидон. Ну, то есть на свежачка просто. Замяться. Да, по асфальту, ну... Тоже, конечно, так немножко издевательски это все выглядит. Вот еще эти cattle grids, то есть по ним не можешь бежать, их надо пройти. А ну, вот эти, на последних километрах, если вот ты останавливаешься, то очень потом сложно как бы завестись дальше. Ну, у меня так, по крайней мере. Поэтому тут, блин, идешь по ней, думаешь, дальше может так и пойти. Вот. Ну, лучше бежать, так быстрее. Меня вот единственное, что мотивировало, это просто быстрее оказаться на финише. И поэтому я бежал там всю последнюю часть. Были триатлеты, кто сошел с бегового этапа? Ну, в общей сложности ДНФ там было что, 20? Да, 20%, примерно, да. А кто из них где сошел? Ну, были люди, которые по нижнему треку шли, по белому. Вот. Но в этом году было много синих маек, потому что была комфортная погода на велосипеде. То есть, и поэтому, в принципе, в этот 11-часовой лимит многие уложились. И дальше уже, конечно, там шли по горам там, часами. Ну, как и мы-то. Стандартный Кельтман — это 50-60 голубых маек. А в этом году было 130. Поэтому их не всем хватило. Серьезно? Да, да, да. Но самый, я считаю, вот этот великолепный момент на Кельтмане, что когда ты с утра подходишь и говоришь, дайте мне майку, он тебя спрашивает, а тебе какую? На Норсмане там четко, ты подходишь, говоришь фамилию, они тебе в списках находят, время, позиция, выдают тебе майку. А здесь просто тех как. Вот, ну, в общем, а после этого всего наступает финиш. Вот. На котором дают пиво. Да, кстати, майку не дают на финише. Да, алкогольное пиво. Майку на финише не дают. То есть на финише единственное, что дают, это бутылку пива. То есть не дают медаль. Ничего вообще не дают. Дают бутылку пива. Финиш — это просто надувная арка, на которой написано Кельтман. Это финиш. Все говорят спасибо. Свобода. На машинах заезжают, кто-то выбегает из домика и говорит, вот есть. Это так выглядит финиш. Да. Ну, в общем, после финиша Евгений говорит, что не надо. Вот, ну, я на финише тоже. Я не хочу пива. Да, да, да. Я говорю, не-не-не-не. Извините за подробности, но после этого безумного дня Макс лег спать в тех двух... Флисовках, которые нес с собой. Постоянно нес с собой штана, носка и шапка. Меня так трясло просто, что... Вот. А Юра радовался. Юра сказал, что он больше не будет участвовать. Ну, поэтому и радовался. Юра радовался, был счастлив. Юра расскажи, я сказал, слава богу, синие майки, не надо ничего больше доказывать. Сюда больше возвращаться не нужно. Вот. Пиво прикольно, они делают специальное пиво. И на этикетке победители предыдущего года. То есть в следующем году будут победители этого года, их фотка. Вот, и, в общем, вот такой... Главный приз победителю – это очки Окли. Да, главный приз победителя – очки Окли. Вот, на следующий день награждают победителей, в этом же ДК. Вот, они стоят, там три победителя.
им выдают очки. Какие-то дети. Вот, ну, это дети их награждают. Это вот норвежец как раз, который победил, и откуда она? Это девчонки. Голландка. Да, девочка из Голландии, а парень из Норвегии, победитель в абсолюте. Ну, достаточно быстро. А еще ирония в этом году была в том, что несмотря на хорошую погоду и, ну, такое благоволило все, норвежец, победитель, он не смог установить рекорд трассы, проиграв ему 14 секунд. Секунд! 11:40, чтобы было понятно. Да. То есть 14 секунд он... Ну вот, видимо, ему будет теперь зачем вернуться. 11:40 включаю вот этот горный? Да, у него все включено, да. Но они... Но у него весь марафон 5 часов, включая вот этот горный этап. То есть, ну, я не знаю, что он делает. Там многие с палками, другие были с палками, и, видимо, тоже умеют. Это специальные кроссовки, и все. Надо где-то тренироваться, что-то. Вот. Она... Ну, а после вручения маек, награждения победителей... На самом деле... А, вы же оба не были здесь, да? Такой достаточно трогательный момент. Если кто-то из вас соберется ехать на такую гонку, ну, и Норсман, и Кельтман, то имеет смысл остаться, потому что... ну, вот здесь было очень... Вот да, это... здесь было особенно круто, потому что, ну, на Норсмане достаточно официально был последний... Ну, да, фотки и майки, и все. И майки, и все, все так солидно. А здесь мы опять сели все в ДК уже все. То есть не все поместились. Все 200 вот так друг на друга сели, и они рассказывали очень крутые истории, прям про вчерашнюю гонку. Один парень, например, у него не приехал, его багаж вообще не прилетел, и они собирали ему... по чуть-чуть, да. Велосипед там где-то собрали, у другого там просто случилось. И они вот эти прям истории, человек поднимался, рассказывали. Один что-то не финишировал из-за чего-то. Ну, что-то случилось, да, разбился, там упал. И они ему дали бесплатно... Слот на следующий год, да. И... Да. И еще был уникальный чувак, шотландец, там откуда-то из этого тоже региона, который сделал пятый подряд Кельтман, то есть 5 из 5, и ему дали красную майку. Вот. И как только они анонсировали красную майку, то люди вокруг начали думать постепенно о том, чтобы тоже, да, сделать. Но на Норсмане, кстати, тоже есть эта история. Там есть майки других цветов. Какие-то. Есть зеленая за 5, да. Есть розовая за 10. Да. Ну, в общем. Для хронических психопатов. Участники настолько вообще какие-то отмороженные, уникальные, ну, вот как эти три парня. И это определенная атмосфера. Это какие-то особенные люди. И мне вот, если сравнивать там с уже какими-то привычными для нас гонками Ironman, где много участников, и они достаточно такие все серьезные, там, результат-ориентированные. Здесь, конечно, больше какой-то такого хорошего колхоза, душевности. Все друг друга поддерживают, улыбаются. Все такие очень трогательные. Нет, здесь на самом деле про участников интересная вещь. Я потом летел с пересадкой в Рейкьявике, и в Рейкьявике познакомился с парнем, который 4 раза участвовал в Кельтмане. Причем у него 3 синие майки, в этом году белая, чтобы вы понимали, как бы, что бывают разные ситуации на трассе. Вот. И он мне говорит, ну, типа, круто, что ты участвовал. Я, говорит, вот сделал ультру в прошлом году, там показывал мне какие-то фотографии. Говорит, вообще, типа, 20 айронменов за 3 года я отбабахал. Вот, ну, вообще, говорит, если ты хочешь... Я говорю, а зачем ты, ну, 4-й раз туда приехал? Ты что? Он говорит, мы с парнями каждый год просто собираемся, виски пьем, вот, жен оставляем, тусуемся, ну, и Кельтман заодно делаем. Вот. А потом говорит, а, кстати, если хочешь, я сейчас... У нас тут есть одна гонка секретная. То есть это уже мне напоминает фильм «Пляж». Вот. Он говорит, он такой, это новая трасса, вообще никто не стартовал, мы тут с пацанами объединились, вот, в Норвегии тоже. И говорит, если хочешь, давайте с нами поучаствуй. Я говорю, вот в августе. Я, конечно, тогда ехал в смысле, что там «Never again». Вот. И я говорю, а как попасть? Он такой, ну, сейчас я тебя в группу добавлю. Добавил меня в какую-то группу, там 30 человек всего на этой гонке участвуют. Вот. При этом, я так понимаю, один из организаторов – это один из организаторов Кельтмана. Кстати, Кельтман также организовывал. Они, короче, чисто для себя. Они хорошо купили виски и решили, что надо сделать что-то как в Норвегии, но поклеще. Да. Что, ты поедешь на эту гонку? Не-не, я не поеду, я завязал. Ну, что еще хочется сказать, отметить? Ну, чтобы вы понимали, вот команда организаторов Кельтмана.
Это абсолютно серьезно, то есть это... Слева самый нормальный. Но однозначно, это самая душевная организация была. Ну, то есть, вот там, директора гонки на тренировках ходят и раздают печеньки, там, конфетки. Ну и все, вот, то есть, она даже, ну, более такая теплая, открытая, чем Норсман, мне показалось. Ну, вот именно по отношению организаторов ко всему этому. Просто Норсман создавали настрой, там была другая энергетика, там страх, такой дух, страх, там такая все конкретность. А какая-то поступация после была у вас? Ну, не, после финиша вечером там, да, работал буфет, и в этом спортзале, в этом же спортзале все происходило. Потому что это единственное место в городе. Чтобы вы представили себе, там стояла, выходила толстая тетенька с чайником, наливала в стаканчики пластиковые, и стояла железная кружка, в которой лежали железные ложки. В воде стояли. Их было штук 6. Поэтому если ты берешь сахар, ты берешь, кладешь их, кладешь обратно в воду, чтобы... Моешь. Ну, вот такой был. Вот, а после всей, ну, награждения с утра, на следующий день, это групповая фотка такая классическая. Вот все в майках уже фотографируются. Видите, синих большинство, есть белые. Вот, ну, тоже. Там был парень, у которого... который делал с нами гонку, и у него в этот день у жены был день рождения, он говорит, чтобы она меня не убила, давайте ее все вместе поздравим. В общем, он ей звонил, мы все кричали. Ну, вот в таком ключе проходит Кельтман. А на Кельтман тоже лотерея? Да, на Кельтман тоже лотерея, там достаточно большой конкурс, наверное. Может, не такой, как на Норсман, но... Там какой-то определенный... В Кельтмане? В Норсмене, да, в Норсмене 5-26. Я думаю, здесь гораздо... Да, здесь он, наверное, поменьше, но, в принципе, гонка развивается, привлекает внимание вот людей сумасшедших там. И они втроем, вот Норсман, Кельтман и Свисман, продолжают там расти. Сейчас они добавили четвертую гонку. Уже четвертую? Да, в этом году в Италии с финишем на леднике. Юра? Ну, пока в их All X3 еще этого нет. Нет, все, она уже вот в этом году первая будет. Вот она именно в All X3. Ну, я вот на All X3 заходил сегодня еще. Про нее информация. Сколько стерео набрал каждый? Я набрал. Я не знаю. Но мы еще остались там на несколько дней, и вот все эти дни, сколько мы там были, там просто все время шел дождь. Вот. Там ничего уже не работало, потому что многие кафе в понедельник, вторник не работают в этом регионе. Вот. Они работают с апреля по октябрь и не работают по понедельникам и вторникам, и работают обычно с 5 до 8 вечера. Вот. То есть это вся работа. Но, конечно, там очень красиво на машине там проехаться, овец посмотреть. Там в течение дня нет не то, что там интернет, это примерно 4 точки на 300 километров. То есть если в одном... Мы пытались передать сообщение, мы записали там видеообращение для запуска, и мы его частями через 40 километров ребята через там Телеграм грузили, потому что вот только раз. А и связь тоже практически нигде нет. Очень это круто. Вот. Максим Евгений, а зачем вам нужна была гонка Кельтман после Норсман? Вам недостаточно было вот этого экстрима или что? Мало экстримов в жизни. Не знаю, Евгений. Я не могу ответить вопрос, зачем мне нужен был Кельтман. До Кельтман. Есть глобальная цель собрать все экстремальные гонки из этой серии. И если я думал, что в следующем году это закончится, в этом году они опять объявили эту Италию. Но зачем нужно делать Кельтман? Его делать не нужно. Я сижу там. Ну, то есть я, это мои сугубо ощущения. Нет, мне поехал было... ты, чтобы собрать все гонки. Да, я поехал, потому что это входит в эту серию, которую я хочу собрать. Есть определенная когорта людей, которые вот делают этот All X3, это отдельный такой список. Ну, вот мне там хочется оказаться. Но если говорить вообще про Кельтман, то я не могу сказать, что мне в какой-то момент было экстремально плохо. Мне просто было плохо все время. Все 14,5 часов, которые я вот там провел, мне было реально плохо. И, ну так, не сильно плохо, просто плохо. Да? Ну и такое вот уныние, тлен такой вот, ну, безысходность, все серое, ничего не радует.
Ну вот так у меня прошел этот кельт. И что из этого я получил? Ничего. Лайк. Это что? И пиво ты я попросил задать вопрос, как часто во время гонки думали про Last Race Box? Last Race Box, да, это наша с тренером. Post Race Box это называется. Ну, это гроб, да. Но в какой-то момент, да, хотелось умереть, потому что, ну, вот просто хотелось это закончить. И я как говорю, я неплохо, я прибежал в этот Т2 18-м в абсолюте и зашел на вершину 52-м, потому что мне, ну, то есть мы там шли, останавливались, фотографии, ну, то есть вообще мы ну, перестали. А потом я опять побежал, потому что, ну, это было уже ну, бесконечно, невозможно, и финишировал я 30 каким-то. Но это никакого значения на этой гонке не имеет. То есть имеет значение первые три места и... Ну, даже они не имеют значения. Потому что из них троих одному дают очки. Значение цвет майки... Не, на Норсман дается тоже майка, но ну, я говорю, Норсман это вот, ну я уже написал, Норсман это сказка. Это красивая, нарядная. Все там вот, ну, вот так вот. Ну, сложная, да. Норсман сложный, там белый этап в какой-то момент ты понимаешь, что ну, это вообще ну, это, так не бывает. Да? Но у тебя есть торжество финиша. У тебя ну, в течение всей гонки, включая, знаешь, все время ты говоришь, да, я сюда готов вернуться, там, при, ну, прочих обстоятельствах, да, я сюда как бы с удовольствием вернусь. Кельтман никогда. Ну, реально, никогда. Ну, опять же, это мои... Да, у меня другое ощущение, потому что мне, конечно, тоже было тяжело и хотелось умереть, и пост-рейс-бокс, и все такое, но... Меня как-то она завела, эта гонка, и вот эти горные бега, и возможность как-то научиться этому, и сделать это лучше, и там пробежать, например. Не знаю, у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что в целом туда можно было бы когда-нибудь вернуться, и почему за бы нет. Майкой. Вот. Ну, за красной майкой, да, может быть. А не было для того, чтобы тоже собрать три гонки? Да, да. Ну, то есть мне в прошлом году, благодаря Норсману, открылся этот мир экстремальных триатлонов, который идет как бы в параллель с обычными триатлонами. И они сильно отличаются. Ну, вот Женя в этом году уже бомбанул Ironman. Вот. Уже два, да. А где? Африка? Да, только Африку помню. А Флорида не в этом году. И может рассказать. Но то есть это чуть разные вещи, разные какие-то ощущения, там разные скорости. И здесь очень прикольно. Ну, то есть это больше приключения, чем гонка. Здесь, да, здесь ты получаешь больше. Да, здесь даже это не гонка, это такой там серьезный туризм. Здесь. И, ну да, ты все время один, у тебя нету вот этой сумасшедшей поддержки, ты все время сам по себе, ты сам за себя отвечаешь, ты, ну, тебе никто не поможет, ну, особенно вот если мы говорим про первые эти 50-60 километров, да, ты, ну, сам, если ты пробьешься, ты сам должен поменять, тебе суппорт не может помочь. Опять же, вот это взаимодействие с командой поддержки, оно очень, ну, оно по-другому совершенно, там, ну, формирует восприятие твоего. Юра, а почему ты с Кельтманом начал, а не с, например, со Свислой? А я подался на все три. Конечно, я подался на все три и выиграл только Кельтман. Ну, а мне понравилось письмо, что когда я проиграл Норсману, они писали, что в следующем году ваши шансы вырастают вдвое. То есть там рано или поздно, если каждый год подаваться на Норсман, твоя вероятность выигрыша в лотерее, она возрастает. Когда попадаются за полгода до проведения, за год? Стандартно в ноябре на все три. Юра, твои ощущения, вот ребята рассказали, ну, хотели бы они вернуться или нет, а ты как? Мне очень понравилась гонка. Вот. Она мне понравилась. В принципе, то, что я от нее ожидал, я получил. Я ожидал такого долгого дня единения с природой. Ну вот. И природы там, как вы видите, звались. Как бы направо, налево одна природа. И действительно был долгий день. Без телефона, без звонков, там, без фейсбуков, вообще без всего. Сам с собой. Мне, честно говоря, не показался экстремально опасным этот горный этап. О, не знаю почему, может, потому что мы песни пели там, действительно фотографировались, со всеми разговаривали, с этими шутили, которые с волонтерами.
там какие-то с нами американки симпатичные шли рядом, мы как-то вообще отвлеченные. Вот, в общем, нам, мы как бы восприняли гору как такой большой подарок. То есть, что если ты вот успеваешь, то тебе дарят гору. И она для нас была подарком. Поэтому, ну, да, конечно, немножко муторный был спуск вот этот вот дальше. Вот, и мы не бежали, мы шли пешком, и никаких у нас желчей, что бежать-то? Вот. Ну, как бы поэтому мне, в принципе, гонка очень понравилась, и я бы с большим удовольствием, наверное, поучаствовал и в Норсмане, и в Свисмане, и там что-то еще можно придумать, и, наверное... Если бы хотел и поучаствовал вот в этой гонке, про которую мне рассказал товарищ, там очень красивую фотографию он мне показывал. Вот. Но я просто так глобально для себя принял решение, что в длинных триатлонах я пока участвовать не буду. Ты говоришь, что вот на гонке было ощущение такое, все тлен, там все плохо и так далее. Обычно я по себе знаю, такие мысли возникают, если ты заголодал. Вот когда я, допустим, на гонке голодался, начинаешь вот мысли, все тлен, все плохо и так далее. Не, если у тебя было с питанием... Да, у меня день такой был. Я не спал до этого там несколько ночей, я отравился, не спал вообще. Ну, то есть я провел всю ночь перед этим в туалете, ну, то есть, ну, за подробности, да. Соответственно, я потерял очень много жидкости, очень много солей. У меня на втором или на третьем часу начало сводить, ну, из-за вот этого отравления у меня начало сводить судороги. И мне, я все время ехал, оставшуюся часть велоэтапа, я ехал на грани, да, то есть мне приходилось, ну, сбавить мощность, чтобы просто меня не скручивало. Я на беговом этапе, я, ну, на втором километре, ну, на до Т2, ну, я просто упал, да, потому что меня там свело приводящую так, что я, ну, вообще не мог. Вот я валялся там, меня все обгоняли, потом как-то разбежался. Ну и все вот так вот просто у меня сложилось. Я не голодал, я съел, не знаю, тонну гелей, да, я, ну, не питался так, как Юра, да, то есть я просто ел гели и там два батончика съел. И мы сделали с моим суппортом огромную ошибку, это вот на этапе гора, ну вот эти 5 часов, что мы шли, мы не питались. Мы не питались, я вот съел. Вы с собой не брали никуда? Я с собой брали. Был полный рюкзак, я попытался в себя запихнуть там какую-то вафлю. Мы выпили две бутылки колы на двоих, и на этом все. И, соответственно, когда мы уже начали, когда началась эта тропинка уже после спуска, когда мы начали бежать, так, ну, достаточно быстро, там, мой суппорт 2 раза сознание терял. Ну, то есть, просто падал. Я падал. Ну, то есть, уже такое обезвоживание. Ну, вот это все вот так вот у меня сложился этот кельт. Ну... Я все понимаю. Эти гонки, вот я, если со стороны саппорта, я думаю, меня все саппорты поддержат, вот такие гонки, они, конечно, дают ощущение невероятной причастности, да. Потому что ты... Это командная гонка. Да, это командная гонка, без меня, без ребят, которые поддерживали парней, они бы не смогли сделать эту гонку, и ты являешься очень важной частью. 100%. Это, конечно, невероятно вдохновляет, это зажигает. Я благодарна. Окружение собирается, напрашивайтесь в саппорт, это невероятное ощущение. И это работа, да. Это тяжелая работа. Вот, друзья, в завершении я хотел сказать, что если вы думаете, что мы вообще сумасшедшие и больные на голову, то это не так, потому что когда мы делали Кельтман, то несколько чуваков делали триатлон, который называется Enduro Man, или еще он называется Arch to Arch. Вот. Это мероприятие, когда ты стартуешь в Лондоне возле Marble Arch, вот, и бежишь бегом до Ла-Манша, потом бегом, 140 километров бегом, вот, потом плывешь через Ла-Манш, это 38 километров. Это если повезет. Ну да. А потом садишься на велосипед и едешь до Триумфальной арки в Париже, это около 300. 280 километров. Да. А? Сколько дней? Ну, это делается в целом одним заходом. Вот. Это два дня? Ну, около того. Нет, ретрит на сегодняшний день 59 часов. 59 часов, чуть больше. Но там это чистое время. То есть ты добегаешь, потом ты спишь до того момента, когда тебе разрешат стартовать. Потому что Ла-Манш – самая загруженная гавань в мире. И ты не можешь просто взять и поплыть. Ну, они подгадывают, собственно, прибег туда, для того, чтобы уже
как можно быстрее там стартовать и так далее. 38 плыть, это прям вот ты плывешь и... 38 просто плывешь и все, что, да. Из Англии во Францию. Шенген не нужен? Скоро будет нужен. Рядом плывет лодка, сопровождение, и ты, если ее касаешься, то все, тебя снимают с гонки. То есть ты не имеешь права касаться. То есть тебя кормят, кидают в воду прям. Как голуби, да? И за всю историю на сегодняшний день только 18 человек смогли это сделать. И вот наш знакомый общий, он, к сожалению, вот он делал вчера, и у него отказал вестибулярный аппарат, и он снялся с гонки. И это 90% сходов будет именно на Ла-Манш. Сколько участников? 18 всего сделало. На плавание. А процент, который... Ну, это какой процент? Сколько пробовала сделать? Пробуют каждую неделю. Каждую неделю они дают старт человеку. То есть ты регистрируешься, тебе говорят, вот через 2 года, там, 10 месяцев, приходи, будешь. И ты как бы готовишься, у тебя есть огромное количество времени, чтобы приготовиться. И был интересный случай, я не знаю, в курсе или нет, плыл то ли бельгиец, то ли, ну, какой-то, в общем, атлет. И его арестовали, потому что думали, что он беженец. Их реально, да, там патруль какой-то, который не был в курсе, их всех скрутил и отвезли, значит, посадили, значит, в КПЗ, там сутки продержали, и он, да, и он не установил рекорд. Ну, в общем, мы нормальные, и вам тоже желаем оставаться нормальными. А потом в обратную сторону. А? Потом в обратную сторону. Потом в обратную сторону, возможно. Ну так, Ла-Манш плавают туда-обратно. То есть есть люди, которые плавали Ла-Манш туда и потом сразу назад. 38 плюс 38. Ок, друзья, спасибо вам большое.